все, я вышел. Ну, короче, Андрюх, ты же был там у них на базе, где два домика, где они вот эти аппараты все делали? Да. Не, ничего себе, ну, абсолютно, да. Потому что я видел фотки ваши вроде бы там. Ну вот, там у него стоял полгода этот Харли Дэвидсон, пока он учился с правами. В итоге он получил права и доехал туда на машине, его друг довез. Обратно поехал, он без очков, такой весь крутой, типа мотоциклист, такой байкер, да? И сегодня просыпается и не может открыть глаза, потому что и продул, у него конъюнктивит. Красава. Вот так он первый раз проехал с мотоциклом. Так, а что за цены? Да, тут вон. А я ж под знак хочу поехать. Да, ну, видимо, не получится. А вон это поехал. Привет. Все под кирпичи. С нами Дэйв, он отможет. С кем еду? Еду с мужем. Мы едем. Рассказываем, мы куда едем? Почему нет? Куда мы едем? Тони Уэйн. Как Лил Уэйн. Привет из Украины тебе. Куда мы едем? Здоровенькие были. О, вон кроссы какие. Обновочка. Ну, короче, по кроссовочной теме все. Вон у меня тоже очень крутые кроссы. Давайте показывайте все свои. Топ, оп, оп. ММДшки. Во. 11-е. Кого-то новенькие тоже. Ну, в общем, фанаты кроссовок. Тапки огонь пишет. Зайк, свои покажешь? Так, ну что, let's go? Да. А что, все? Ну, выйдем еще. Мы еще выйдем и поговорим о чем-нибудь насущном, о чем-нибудь интересном. 15 минут и все. А как остановить?